Как тихо хоть. Ну, когда погода плохая, тихо. Беспилотники не летают из-за ветра и дождя. Вчера он в Херсон опять со всего, что ездил. Ну, это специально, чтобы запугать, чтобы ушли дальше. Ну да, конечно, но Путин вроде обещал защитить, обещал ответку жесткую, что-то ничего не делается. Мы отступаем по всем фронтам. Кому писал своему? Да, писал там, ну, шьет постоянно, по на днем и ночью он в спальнике начал шить, блин. Спальников, говорит, нет уже. Все поразбирали. Ни обмундирования, ничего нету, блин. Все эти Что шьет? Кому мобилизованные. шьет? Все на фронт, блин. Сам себе все покупаешь, а умирать будешь ты за страну, да, за свой счет получается. А придумали, блин. Конечно, бюджет пошла, наверное, трещит, блин. В общем, ждем завтра. Что там, как? Давай этого Шуклина за ноздри, пусть что-то делает. Приказ какой-то в органе, блядь, за что или как, я не знаю. Хотя бы отпуск, я не знаю, хоть что-то по истечению контракта положен отпуск. А Ну, у тебя что там еще? все контрактники или не контрактники? Все. Тут все контрактники, даже ополченцы и то контракт пишут, блядь. Иначе ты зарплату не получишь, так хоть какая-то копейка. А так ты вообще будешь на где числиться, блин. Короче, такая вот муть. Путин тут напридумывал всякой фигни, блин. Что в последнее время косячит жестко. Завтра, наверное, командир приедет, что-нибудь скажет новое. А командир тоже с нами в этой же жопе, блин. Того еще ранило бедолагу. Не вылазит из норы. Оттуда ведет командование.